В Салахауле полицейский обратил внимание на автомобиль ГАЗ-66 под управлением 27-летнего местного жителя. Грузовик в кузове перевозил туристическую группу. Участковый остановил машину. Выяснилось, что перевозка детей из Санкт-Петербурга осуществлялась за деньги, но без правоустанавливающих документов. Пассажиры были отправлены в город другим транспортом, а сотрудники полиции приступили к более тщательному осмотру автомобиля. Было установлено, что техническое состояние грузовика не соответствует требованиям безопасности. Мы хотим еще раз обратиться ко всем водителям, предпринимателям, которые осуществляют данный вид деятельности, не шутить, поскольку за подобные нарушения предусмотрена серьезная ответственность, вплоть до уголовной. По данному факту проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.